Десятки тонн арматуры и кирпичей – все, что осталось от давно пустующей начальной школы на Парковой 7. Через год на ее месте вырастет детский сад на 250 мест, в том числе 60 мест выделят для малышей ясельной группы. Стройплощадку посетил замглавы администрации по градостроительству Андрей Обухов. Работы начались недавно, буквально там меньше недели назад. Сейчас идет демонтаж старого здания здесь на месте. Как только вывезут мусор, будет происходить прорывка котлована и, соответственно, возведение монолитной конструкции. Это запланированное строительство. Оно у нас стояло по плану, в генеральном плане городского округа. Вот. В соответствии с этим мы реализовываем программу по обеспечению социальными учреждениями жителей городского округа. Возводить детский сад приехали опытные строители из Саранска, которые работали во многих регионах страны. На счету мордовской компании жилые дома, здания для правоохранительных органов и футбольный стадион. На следующей неделе уже полностью будет вывезено старое здание, которое сейчас в данный момент ломаем. И будет уже, как говорится, котлован. И по графику производства работ будем планировать и строить. Крупный детский сад в Химках планируют открыть в четвертом квартале будущего года. На его возведение из федерального, областного и городского бюджетов в общей сложности выделили без малого 300 миллионов рублей. Добавим, представители администрации каждую субботу обходят важные участки инфраструктуры, где планируют проводить строительные работы или ремонт. На особом контроле объекты, на которые жалуются граждане – подъезды, остановки, парковки и социальные учреждения.